Итак, дорогие дамы и господа, продолжаем видео по поводу часов ракета с 24-часовым циферблатом. Я тут покопался в интернете, залез в Википедию и немножко почитал по поводу этого механизма 2623N и предысторию, кстати, нашел. Начнем, наверное, вообще с часов марки «Ракета», которые вышли в свет в 61 году. Марка была названа в честь полета Гагарина. Однако в странах Западной Европы и Америки название ассоциировалось, скорее всего, с ракетным оружием СССР. Так что вот такие вот дела. Эту информацию вы можете почерпнуть в Википедии, если поищете «Ракеты-часы». На Петродворцовом часовом заводе был создан единый механизм для всех моделей часов. Ракета 2609NA, на основе которого выпускалось более двух десятков модификаций часов. Ракета с автоматическим подзаводом, с календарем, с 24-часовой шкалой для полярников. Это данный механизм 2623N. Антимагнитные для слепых 2610NA. В данном случае как раз у меня получаются часы. Не вахтерский, как я говорил, а для полярников. И, кстати, тут вот немножко в другом месте я поискал историю. Это из источника уже самого завода «Ракета». Можно поискать на ракета.ком. Раздел «Часы с 24-часовым циферблатом». И тут у них тоже есть немножко маленькая история. «Часы с 24-часовым циферблатом». Первые часы с 24-часовым циферблатом были созданы в начале 50-х годов. Изготавливаются они исключительно по спецзаказу оборонной промышленности, специально для людей, находящихся в экстремальных ситуациях и не имевших возможности ориентироваться по 12-часовому циферблату. Это полярники, космонавты, подводники. Сегодня эти модели пользуются большой популярностью среди ценителей наручных часов и экстремальных видов отдыха. Так вот. Данная модель, я не могу вам точно сказать, какого она года, но знаю точно то, что они сейчас уже начали ходить. Это не может не радовать, потому что была полная жесть. Пришлось их разобрать с предыдущего времени. Провести легкий репассаж, так сказать. Почему легкий? Потому что у меня нет ультразвуковой ванны, чтобы можно было нормально их почистить. Поэтому дело все просто. Мы брали вот такую ванночку. Баночку с крышечкой, в которой у меня находится бензин Нефраст. Разбирались часы, чистились, они отмачивались в этом бензине, чистились, затем сушили все детали спокойно, тихим сапом смазывался, как плата, на которой держатся шестеренки, мосты. Был заменен, кстати, вот такой вот балансик. А затем были заменены механизмы ремонтуара, поскольку там что-то не хотелось передвигаться. Здесь шестеренка стоит, и нельзя было так вот передвигать часы. Затем все было собрано, подогнано. И вот в данный момент можно спокойно подогнал под них ремешочек советский. И можно сейчас использовать их в качестве часов полноценно. Интересная модель. Бормашинку я так и не достал, чтобы можно было нормально отполировать корпус. Но тем не менее вид у них тоже такой получше стал, чем было. В общем, такие дела. Предстоит наверняка еще мне настройка баланса, поскольку баланс старый, часы старые,
Нужно понять, что как идет. И, в общем, настроим, посмотрим. Будем пользоваться. Но на работу я такие таскать не буду, потому что не хочется их разбить. Придется поискать особый случай для того, чтобы их одеть. Или просто так погулять. Да, тут наверное, как видите, всякие штуки-дрюки. Ну, а также и самая информация вот по ракете, которую я читал. В общем, такие дела. Если видео понравилось, поставьте лайк. Будет спасибо. Подписка приветствуется. Репост также по социальным сетям. Всем всего хорошего, это был Джедай.